Инсульты являются одной из основных причин смертности в России. Статистика говорит о том, что на счету этого заболевания жертв больше, чем у СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. А еще перенесенный инсульт – основная причина инвалидности. Это как раз тот случай, когда каждая потерянная минута до оказания медицинской помощи может стать роковой. Такого врага нельзя недооценивать, напоминают врачи и наша программа «Линия жизни». Опасность заболевания такова, что примерно каждый второй пациент умирает мгновенно на месте и не доезжает до больницы. Примерно еще 50% умирают после первого кровоизлияния. В течение 15 минут от момента поступления мы уже знаем источник кровоизлияния. В течение получаса от момента поступления в стационар этот больной находится уже в операционной, ему может выполняться уже экстренная операция. Все эти методы, операции, открытые или малоинвазивные, применяют только тогда, когда катастрофа уже случилась. И все-таки на сегодняшний день существует уникальная возможность избежать инсульта. Это вовремя обратиться за медицинской помощью. Анна Лиманская расскажет о том, как лечат инсульты и какие высокие технологии заботятся о нашем здоровье. Малоинвазивные операции и прогрессивные методы терапии в программе «Линия жизни». Смотрите сегодня в 16:05 на нашем телеканале.